Красная. Так. А красная это о чем? Это о неприличном, наверное, опять я думаю. Опять началось. Это откровенный вопрос. Да. Я так и знала. Так, какая часть тела вашего партнера вам нравится меньше других? Да. А у меня пока нет постоянного партнера, поэтому я не знаю. Ну, а в принципе, вы знаете, вот, допустим, что вот у мужчин должно быть, я не знаю, там, красивые руки. Там, красивые икры. Икры? Да. Да? Да. Вот это вот неожиданно. Да? Да, для того, чтобы делать там татуировку? Нет, зачем? Мне вообще не нравятся татуировки. Нет, просто вот мужчины, у которых красивые икры, не знаю, мне нравятся больше, чем те, у которых они некрасивые. У которых они такие худые, когда их вообще нет. То есть икра должна быть. Должна быть, да. Икра должна быть всегда. Икра должна быть черная, красная и красивая у мужчин. Так, все, мы все ответили? Да. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».